продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза Уфа» в студии Светлана Лосева. Здравствуйте. В Башкортостане на поддержку экспорта и импорта направят 500 000 000 рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Субсидии на возмещение части затрат на транспортировку смогут получить не только предприниматели, но и крупные предприятия. Их размер увеличен до 9 миллионов рублей. Также будет оказана поддержка импортерам республики. Им компенсируют часть расходов на приобретение сырья, запасных частей, оборудования и перевозку товаров. Учитывая ограничения внешнеэкономической деятельности, особую роль в современной антикризисной повестке играет поддержка экспорта. Планируем увеличить компенсацию затрат на транспортировку экспортной продукции до 90%. При этом, сохраняя меры поддержки сертификации продукции для выхода на новые рынки, будут продолжены реализация отраслевых акселерационных программ и содействие в размещении продукции на международных торговых площадках. Кроме того, частично планируют возмещать затраты на хранение грузов в морских портах и на территории России и в логистических хабах за ее пределами. Возобновляется также программа «Экспортный кэшбэк». По ней предусмотрены субсидии в размере 30% от суммы исполненного контракта, но не более 3 миллионов рублей. Также экспортеры республики смогут компенсировать до 80% расходов на международную сертификацию. 45 системообразующих предприятий Башкортостана смогут воспользоваться региональными мерами господдержки. Им будут возмещать затраты по уплате процентов по кредитам для пополнения оборотных средств и реализацию инвестпроектов по импортозамещению. Размер субсидий составит до 50% от ключевой ставки ЦБ. Что касается федеральных мер поддержки, предприятия смогут получить госгарантии, которые позволят провести реструктуризацию уже имеющихся кредитов или же взять новые под 8-11%, а также получить субсидии на возмещение затрат. На сегодняшний день в перечень системообразующих с учетом вертикально интегрированных входит 45 компаний: Башнефть, Газпромнефтехим Салават, ОДК ОМПО, Учелинский ГОК и другие. Сейчас их основная задача — переориентировать логистические цепочки и наладить импортозамещение. Лизинговый фонд Башкортостана заключил с малым и средним бизнесом договоры почти на 2 миллиарда рублей. В частности, в прошлом году было подписано 256 соглашений, из них 66 касаются инфраструктурного развития. С прошлого года в республике начали внедрять механизм возвратного лизинга. В Госкомитете по предпринимательству Башкортостана подчеркивают, нововведение позволит бизнесу высвободить средства для их вовлечения в оборот. Возвратный лизинг представляет собой систему взаимосвязанных соглашений, при которой организация, являющаяся собственником оборудования, продает эту собственность лизинговой компании с одновременно оформлением соглашений о долгосрочной финансовой аренде лизинге. Возвратный лизинг необходим прежде всего для тех хозяйствующих субъектов, которым срочно требуется значительный объем оборотных средств. И особенностью такого лизинга является то, что продавец предмета лизинга одновременно выступает и лизингополучателем. Подобные программы – одна из наиболее востребованных мер поддержки для бизнеса по части приобретения необходимого для работы оборудования, подчеркивают в правительстве республики. Сумма, на которую может рассчитывать получатель лизинга, составляет до 4 миллионов рублей. Договор заключает на 5 лет по ставке от 4 до 8% годовых. Общий объем средств лизингового фонда Башкортостана равен 183 миллионам рублей. Доходы бюджета Башкортостана в первом квартале года составили более 60 миллиардов рублей, что на 16,5 миллиардов выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила министр финансов республики Лира Иктисамова. По объему налоговых и неналоговых поступлений регион на 4-м месте в Приволжском федеральном округе. Сбор налога на прибыль увеличился в 2 раза, до 22 миллиардов рублей, на доходы физлиц на 20% до 11 миллиардов. Расходы же республиканской казны составили 51,5 миллиардов рублей. Это больше на 8 миллиардов по сравнению с прошлым годом. Львиная доля средств направлена на обеспечение социальных обязательств. В Башкортостане возбудили уголовное дело о мошенничестве на 720 тысяч рублей при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По данным ведомства, в октябре прошлого года агентство по развитию малого и среднего предпринимательства заключило с подрядчиком договор по проектированию и ремонту офисов «Мой бизнес» в Белебее, Салавате и Учелах. Стоимость работ составила 6 миллионов 700 тысяч рублей. Заказчик принял и оплатил работы, однако в результате прокурорской проверки выяснилось, что условия сделки были выполнены не в полном объеме. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Из Башкортостана на Донбасс отправили пятую по счету автоколонну с гуманитарной помощью. Ее вес больше 133 тонн. Старт движения гум-конвоя дал глава республики Ради Хабиров. В 6 фур загрузили 17 тонн продуктов питания, 63 тонны стройматериалов, больше 40 тонн питьевой воды, а также постельные принадлежности, одежду, лекарства и бытовую химию. Мы давно уже протянули руку дружбы жителям Донбасса. Давно уже этим занимаемся и не остановимся, и будем помогать. Это будет пятый конвой, шестой, седьмой и так далее. У нас есть возможности. Очень сильно помогает нам бизнес, руководители крупных предприятий. Я за это очень-очень благодарен. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли предприниматели республики. Ради Хабиров вручил им благодарственные письма. И сегодняшний день мы еще дополнительно планируем в ближайшее время, как Ради Фарид сказал, время строительных материалов, и планируется в ближайшее время предоставить помощь Донецкой и Луганской Народной Республике стройматериалы в размере 20 тонн. Люди там пострадавшие есть, и на сегодняшний день им надо в первую очередь помочь. Это наш долг, наша обязанность, и мы должны этот вопрос всегда решать. Напомню, первые 4 колонны были направлены на Донбасс 4 и 18 марта, а также 5 и 9 апреля. Силами жителей республики были собраны сотни килограммов кондитерских и хлебобулочных изделий, воды, муки, сахара, а также растительного масла, консерв и средств личной гигиены. Всего из республики за полтора месяца отправили более 600 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.